Но как же так? В Библии, вот как вы говорите, как там написано, Авраам, Исаак, Иаков, колено по мужской линии. А вроде считают евреев по женской линии. Считается это как бы юридически или законодательно. В чем тут проблема? На самом деле скажу, что это, на мой взгляд, это было одним из самых сильных гуманистических актов вообще в мире. Потому что они этим... И они, это Талмуд, авторы, которые ввели такой закон, они сняли проблемы бастардов, если угодно, среди евреев. Потому что жизнь-то была тяжелая, гоняли их много, бежали, спасая жизнь, какие уж тут генеалогия, какие уж тут сохранения памяти, какие уж документы, архивы. И в итоге евреи оказались в мире одни из самых, значит, незнакомых с их генеалогией. Вот в базе данных обычно... указаны, сами авторы, точнее, заказчики пишут, когда жил предок, которого они знают, наиболее древний. Так вот, у евреев очень часто общий предок или просто предок их жил в начале 20 века, там, 1905, 1907, 1912. Более редко это конец 19 века, там, 1872 год. Крайне редко ниже этого. И поэтому хочется узнать, откуда произошел. У них вопрос два основных. Откуда произошел? И второе, являюсь ли я прямым потомком Авраама? И в принципе можно, если не ответить определенно, то дать вероятность достаточно ответ на этот вопрос. Поэтому евреи в мире, пожалуй, единственная группа, наиболее активная в тестировании своей ДНК. И вопрос опять же, вот из серой ДНК, а как же по матери? Так вот, Талмуд постановил, что поскольку времена были тяжелые, было много насилий, там римский легионер мог быть отцом будущего ребенка и так далее, кто угодно мог быть. И поэтому для того, чтобы у ребенка вот так не было ощущения, что они вот изгои, а ведь на самом деле в мире и дети жестокие по отношению к другим, у которых там нет отца, и вообще быть бастардом, это считается во всем мире плохо. Так вот, проблема снята тем, что евреи считают по матери. Отец не имеет никакого здесь значения. А мать, она всегда рядом. Вот, собственно, только потому никакой здесь науки нет, а есть сугубо, так сказать, гуманитарная основа. Это в отношении как раз, почему еврейство по матери.